Переходим дальше. Если мы вот говорили с вами о поводках, ошейниках, то по моему глубокому убеждению, когда вы научили собаку ходить на поводке, да, когда у вас собака не тянет поводок, когда у вас не щенок, да, когда вы уже приучили животное не тянуть, но это в дрессировочных мероприятиях, либо у вас совсем мелкая собака, то можно переходить уже на поводки рулетки. Как выбрать рулетку? Вот сразу вам могу показать. Даже вот сейчас не буду на флексе рулетках показывать, буду вот на обычной триоловской рулетке показывать. Это обычная триоловская рулетка, тоже, соответственно, с лицензионной продукцией или с лицензионными рисунками компании Disney. Да? Потому что все-таки у нас, допустим, у вас маленькая собачка какая-то, вы создаете какой-то образ, да, то есть под ваше дизайнерское решение, вот такой вот, вот собачка, да, и такая красивая картинка на рулетке, что, собственно говоря, очень замечательно. Итак, как подобрать рулетку? Натяжение рулетки должно быть, вот если вы берете рулетку, да, вот здесь вот берете сразу же, вот это шнуровая рулетка, здесь шнур внутри находится, и если вы начинаете поднимать вот здесь вот, вот за карабинчик, да, и рулетка начинает подниматься, не вот так вот под своим весом находится на земле, лежит либо на полке на какой-то. То есть степень натяжения вот этого вот шнура должна быть минимальная. То есть шнур должен выбираться, но не притягивать животное. То есть вот мы с вами не можем научить собаку ходить, не натянув поводок. Да? А почему? Потому что мы покупаем с вами неправильные рулетки, которые изначально хоть какую-то степень натяжения дают. И собака понимает, что гулять в этом положении нормально. А это ненормально. Итак, что положительного можно сказать? То есть шнур чем хорош? Шнур, как бы он ни перекручивался. Так. Хотя, в принципе, здесь есть вертлюжок на карабине, и качество исполнения этого карабина достаточно хорошее. Шнур все равно смотается на рулетку, и ничего ему не будет. Плюс к тому же ко всему, вот здесь вот есть такое резиновое колечко. Для чего служит это резиновое колечко? Вот смотрите, если бы у вас было сильное натяжение, да, бах! Вот эта пластмасса, вот эта пластмасса. То есть она выступает в качестве амортизатора. Это первое. Второе, если у вас здесь какая-то трава нависла, там, допустим, или там вода, или еще что-то, и все это попадает внутрь самого блока рулетки, это не очень хорошо. Это колечко еще как дополнительная функция. То есть смотрите, вот здесь вот, допустим, снег или еще что-то в этом духе. Раз, и оно собьет, и снег этот слетит, вода тоже сгонится, и внутрь шнур попадет достаточно сухой. Ну, что там говорить, да, очень удобно, да, то есть, в принципе, когда вы ходите с животным, то есть, это регулируемый поводок. Вы можете выдвинуть его на определенную, если вы не пользуетесь, еще только приучаете животное к тому, чтобы не тянуть поводок, чтобы он был вот такой вот у вас провисший, то вот здесь очень удобная такая блокировка есть. Да, то есть, выдвинули на определенную длину, включили, все, он у вас не сматывается, собака понимает провисший поводок. Если вы включили так, то, насколько бы собака у вас не бегала, шнур у вас не провисает, по земле не волочится, что есть очень хорошо. Так, итак, давайте посмотрим карабинчик. Ну, я уже в руках его держу, я вижу, что и лента сама качественная, хорошая. И уже и карабин, вижу, что тоже очень хороший. То есть вертлюжок нигде ничего не цепляет. Иногда вот эту штуку берешь, она начинает болтаться. Здесь ничего не болтается у нас. То есть сам фиксатор не болтается. Докопаться не до чего. Механизм очень удобный. Так, ну и опять же, вот смотрите, здесь есть на разных видах рулетки. То есть, видите, вид точнее один, да, но размеры этих рулеток разные. Это размер S, это размер M. Сразу написано, что здесь трос находится, не лента. И 3 метра, 12 килограмм. Здесь 5 метров, 20 килограмм. То есть, вес вашей собаки может быть до 12 килограмм, либо до 20 килограмм. Маленькая, удобная. Если у вас такая собака, как у меня, допустим, Маруська, то вещь незаменимая и необходимая. Так, переходим к следующему виду рулеток. Да? Вот сейчас мы рассматривали с вами тросовую рулетку. Сейчас мы с вами рассматриваем рулетку ленточную. Чем удобна ленточная рулетка? Ну, во-первых, давайте я сразу вам скажу, что вот эта вот рулетка, дизайн этой рулетки, это именно дизайн бренда Triol. Да, то есть производство Германия, сделано по заказу, производили на компании Flexi. У кого есть Flexi рулетки, тот уже знает и оценил качество это. Считайте, что лучшие рулетки, какие только можно придумать, да? Вот, и по заказу Триола
Вот они производят и даже с дизайном Триола, то есть вот этот вот рисунок был разработан именно брендом Триол на заводе в Германии, что подтверждает вот здесь на упаковку. Ну вот если вы возьмете упаковку в руки, то даже и упаковки, и по рулетке сразу понятно, что это достаточно дорогая вещь. Вот, хотя в наших магазинах, по сравнению с другими какими-то рулетками, привезенными из-за границы, эта цена, я вам скажу, что намного меньше, качество на высоте. Качество даже во много раз лучше некоторых других рулеток. То есть, вот упаковка, здесь находится инструкция по применению этой рулетки. В состав рулетки входит, помимо того, что сама рулетка, да, сейчас я расскажу про ленточную рулетку более подробно, еще идет вот такой вот страховочный поводок. Мне говорили, что это никакой не страховочный поводок, потому что я уже обзоры таких рулеток подобных делал. Но, ребята, это страховочный поводок. То есть бренд, компания Flexi, да, с брендом Triol, они не знают качества вашего ошейника, который вы будете использовать, да, там порвался, не порвался этот ошейник. И они рекомендуют использовать вот такой вот страховочный, как бы, ошейничек, который точно никуда не порвется, никуда ничего не денется. То есть вы вместе с этой рулеткой, помимо, собственно, ошейник, за кольцо которого вы будете цепляться, вы еще одеваете вот такой вот страховочный. И сюда же еще кольцо от ошейника. И все, ваша собака, то есть там для зоогостиниц, для каких-то, где, чтобы срыва животного не было никогда, я вот рекомендую применять. Тоже качество швов, посмотрите, качество ленты. Ну, я говорю, это надо в руках держать для того, чтобы понимать, что этот продукт достаточно качественный. Итак, чем хороша лента? Ну, опять же, посмотрите, вот здесь, видите, есть специальная такая штука, да, то есть жерло такое, которое будет не давать вашему, вот вы перекрутили, допустим, смотрите, раз, и оно вашу ленту, видите, оно исправляет, то есть она заходит в исправленном положении, то есть смотаться эта штука не даст. Вот оно, я поближе покажу, чтобы вы понимали, о чем речь. Вот, видите, исправляет. Она же является еще и амортизатором, то есть, как бы, вот помните, да, удар на удар. Здесь пластик мягкий, причем пластик такой, то есть здесь ничего не разобьется. И вот эта вот горловинка тоже может быть, я думаю, что является еще и амортизатором. Но опять же, тут что можно сказать? Вот здесь даже на самом, как бы, карабинчике идет Flexi, то есть производство в Германии. То есть, ну, понимаете, да, что качество очень хорошее. Итак, еще раз говорю о том, что идет инструкция на русском языке. Ну, в инструкции вам будет тут показано, рассказано, что там вокруг ноги не обматываете, да, там что избегаете намокания, что тоже очень хорошо. И чем хорошо применение вот этого ленточного поводка, ленточной рулетки именно. То есть, смотрите, вы раз, допустим, зафиксировали. Здесь немножко по-другому кнопка. Здесь вот нажимаете, да, а вот эту кнопочку отодвигаете. То есть удобство тоже хорошее такое. Нажимаете, отодвигаете. Все, она зафиксировалась. И если вы только учите, и животное у вас, ну, не слишком мелкое, то есть если слишком мелкое животное, и вы на тросовом, допустим, на тросовом поводке будете учить свое животное там не тянуть поводок, то есть это происходит мелкими такими вот подергушечными движениями, да, то есть как будто водичку с руки стряхиваете, то если вы будете среднюю собаку или крупную собаку учить, то просто вы можете порезаться. То есть, если она рванет, допустим, а вы будете не держаться не за ручку, о чем, кстати, в технике безопасности написано, что держаться нужно только за ручку. Но я, как практикующий дрессировщик, вам могу сказать, что иногда нужно держаться и за поводок. То лентой такого не произойдет. То есть, если тросом можно как-то, если не в перчатках вы не применяете какие-то средства защиты, да, то если будет резкий рывок, то будет, наверное, неприятность. Ну, там, порезать не порежется, но все равно будет неприятно. То с лентой этого можно избежать. Да? То есть лента вот этим хороша. Бренд Triol совместно с Flexi, или Flexi совместно с брендом Triol. Тут уже, ну, я, наверное, все-таки Triol, потому что дизайнерские вот эти вот разработки все эти идут именно от Триола. Могу вам сказать сразу же, что предыдущие версии вот этих вот рулеток, да, с рисунками, они больше выпускаться не будут. Вещь достойная. Ценовая категория этих рулеток просто демократичная, да, не уступая, не теряя абсолютно в качестве, да, я не знаю из-за чего, из-за того, что очень много-много-много это было сделано, либо по каким-то другим причинам, вот, но вот на рулетке, видите, написано, производство в Германии, да, ну, Германия сама за себя уже отвечает, да, то есть вещь просто изумительная.